Полиция Малайзии подтвердили информацию о том, что на территории этой страны в одном из аэропортов скончался Ким Чен Нам, брат северокорейского лидера Ким Чен Ына. Обстоятельства его смерти правоохранители пока не уточнили. Однако ранее южнокорейский кабельный канал Чосон со ссылкой на некие правительственные источники сообщил об убийстве. Якобы Кима закололи отравленными иглами. Никаких комментариев из Пхеньяна по этому поводу не было. Ну и добавлю, Ким Чен Нам не жил в КНДР более 15 лет после того, как попал в опалу на родине.